тут зато до Миланы что-то дошло, и мы... Милана завела компас, чтобы он тикал, как часы. Приблизь. Это смешно. Да, он там тикает, вот. И здесь, смотри. И амплитуда, вот, да. Прыгает это и прыгает это. Это ты сделала, тут понажимала что? А давайте теперь, смотри, он крутится. Я сбиваю его с ума. Вот это уже Милана завела, что он стал крутиться. Он так крутится. Он совсем крутится. Она его остановила, он стал медленнее. Вон какие дела. Смотри, вот так вот теперь оно будет чопорно. Ага. А вот так? Тын-тын-тын. Ага. Да. Угу. Так, ты еще на этом песочке. Значит, уже электромагнитную эту акробатику надо довести до ума. Мне кажется, это какая-то красота. Тут такая медуза сейчас нарисована. Вот, здесь песочек. Двойные уже. Двойные какие-то эти. Так, Милана что-то делает, и уже тут какой-то квадрат ты тут рисуешь. Смотри. Ух, ёпарусы. Смотри, как жучки лазят. А это вот те, квадрат? Как... А можно... Блин. Ну ты задала ему что? Так, дай ему. Пусть он паучков вырисовывает квадратных. Сейчас квадратных так квадратных. Чё? Смотри, как они ползают. А если круг ему задать? Он сделает мне круг? А что он... Так. Видишь? Да. А что еще он может сделать? Делай. О, жучков начала раскидывать. Амплитуда побольше. А, да, там, чтобы шире рассыпалось. Это магниты. Это электромагнитное, это тоже она задает амплитуду, частоту. И она работает чудесным образом. Я не знаю, как это еще объяснить. Песочек там. Типа тут электромагнитное поле. Да, 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 да. И вот это песок просто, да? Да, а и вот это, вот она вся песок. Тема, вот это, и тут можно сделать на любом этом. Магнит заставить дергаться там, как нужно. Вот там порисовать. Он уже дырочки у тебя повырывал. А где маленькие девчоночки? Так вот и все.